Вы любите экспериментировать на кухне с десертами? Тогда хочу рассказать об одном очень интересном и совершенно несложном рецепте пирога. У него насыщенный вкус, потрясающий аромат и аппетитный вид. Спешу поделиться с вами изумительным вариантом, как приготовить датский пирог мечты, именно так переводится его оригинальное название, и поверьте, назван он так не зря. Потрясающее сочетание нежного коржа и кокосового топпинга с коричневым сахаром придется по вкусу как взрослым, так и малышам, а главное, что испечь его совершенно несложно, так что рекомендую рецепт на заметку. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. В глубокой мисочке соедините яйца с сахаром, взбейте их венчиком. 2. Растопите и остудите сливочное масло, добавьте его к яйцам вместе с молоком, перемешайте все до однородности, для аромата добавьте ванильный экстракт. 3. Введите просеянную с разрыхлителем муку и тщательно взбейте, перемешайте тесто, подготовьте жаропрочную форму, застеленную пергаментом, вылейте тесто в форму, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. 4. Для топпинга растопите в небольшом сотейнике сливочное масло. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Добавьте молоко и коричневый сахар, перемешайте как следует. 6. Всыпьте кокосовую стружку, снимите сотейник с огня. 7. Достаньте форму с пирогом из духовки и аккуратно выложите топпинг. С помощью ножа или лопатки распределите его ровно, снова отправьте все в духовку, запекайте еще минут 10. 8. Перед подачей пирог остудите и нарежьте порционными кусочками. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Мука 250 грамм. Сахар 250 грамм. Сливочное масло 50 грамм, 125 грамм. Яйцо 3 штуки. Молоко 1 стакан, 150 миллилитров. Тесто, остальное топпинг. Разрыхлитель 2 чайных ложки. Ванильный экстракт 1 чайная ложка. Коричневый сахар 200 грамм. Кокосовая стружка 100 грамм. Количество порций 6-8. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.